Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим о Грицове Семёне Васильевиче, родившемся в 1902 году на территории Курской губернии. В 1941 году нашему герою уже было 39 лет, когда его призвали в армию. Далее он служил в 115-м артиллерийском полку. Его сослуживцем, кстати, был Юрий Никулин, знаменитый советский артист. В ходе выполнения боевой задачи был контужен и получил обморожение ног. И должен был быть комиссован. Но Семён Васильевич не хотел и просился на фронт, поэтому его назначают санинструктором. Так, в ходе Мгинской операции в июле 1943 года наш герой вынес с поля боя 26 бойцов с оружием и был удостоен первой медали за отвагу. В марте во время наступления в Ленинградской области Грицов вытаскивает с поля боя еще 18 красноармейцев с оружием и был удостоен второй такой медали. Далее в составе 364-й дивизии в боях под Псковом весной 1944 года на линии «Пантера» он вытаскивает еще 25 нуждающихся в помощи бойцов и вновь награждается медалью. В июне 1944, как и ранее, проявил себя, но и сам получил ранение, за что его представляют уже к четвертой медали за отвагу. А далее, восстановившись, и 14 сентября в боях за Латвию Семён Васильевич спасает еще 12 сослуживцев, за что награждается 5-й медалью за отвагу. Последнюю, рекордную 6-ю медаль Грицов получил по итогам боев в апреле 1944 года у Лихтенберга за то, что вынес с поля боя еще 18 бойцов. Всего же за годы войны Семён Васильевич эвакуировал 130 человек только с оружием, а были и без. При этом он оказывал первую помощь и спасал людям жизнь. В октябре 1945 года сержант медслужбы был награжден медалью за взятие Берлина. Проживал в Белгородской области до 1975 года. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.